Опять собрались здесь, чтобы размышлять Слово Твоем, чтобы быть с Тобой, с друг другом. Отче, благослови каждый из нас, прибудь с нами. И спасибо Тебе, Отче, за то, что Виктор поет для нас вот так красиво. И пусть это будет на самом деле слава к Тебе. Отче, прибудь с нами. Благослови все тех, которые не присутствуют здесь, в том числе и брат Макс, и других. Отче, прибудь с ними. Во имя Иисуса. Аминь. Пророк крестил в Иордане. Иисус, придя к нему, просил: крести меня, исполнить Божью правду. Иисусу было надо, и он ему крещение преподал. И вот отверглось небо, и чудный голубь белый святым спустился духом на главу его. И глас небес воскликнул: возлюбленный он сын мой, в нем благоволение мое. Для кого-то крещение — крещенский мороз, а для нас, христиан, откровение, что Иисус наш и есть Божий Сын и Христос. День крещения Его, день крещения, что Иисус наш и есть Божий Сын и Христос. День крещения Его, день крещения. Прибудь, Спаситель, с нами и узкими путями. Водительство Твое для нас всего в огне. Не сотворить плодов нам достойных покаяния. О,
коль не коснешься ты рукой своей. Нам путь тебе готовить вот свете Боже слава, стези нам выпрямлять, чтоб ты прошел по ним. Уж близко Боже царство, достойно ли мы награды, чтоб не страша прийти к вратам твоим. Нам Христос греет сердце в крещенский мороз, Божьим словом его откровенье, что Иисус наш и есть Божий Сын и Христос. В день крещения его, в день крещения, что Иисус наш и есть Божий Сын и Христос. В день крещения его, в день крещения. Спасибо. Все, не сильно так получилось, но... Спасибо, Виктор. Ладно, вот твоя книга «Царств», 9-я. Читает? Да. Кто? Роберт. Забастовка, да, принципиально. Девятый. Милость Давида к Мефибосфею. И сказал Давид: не остался ли кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Ионафана. В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду. И сказал ему царь: ты ли Сива? И тот сказал: я раб твой. И сказал царь: нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божию. И сказал Сива царю: есть сын Ионафан, на хромой ногами. И сказал ему царь: где он? И сказал Сива царю: вот он, в доме Махира, сына Амиелова, в Лодеваре. И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова, из Лодевара, и пришел к Мефибосфей, сын Ионафана, сына Саулова, к Давиду и пал на лице свое, и поклонился царю. И сказал Давид: Мефибосфей, и сказал тот: вот раб твой. И сказал ему Давид: не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Ионафана и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. И поклонился Мефибосфей и сказал, что такое, раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я. И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему: все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мефибосфей же, сын господина твоего, всегда будет есть за им столом. У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю:
все, что приказывает господин мой, царь, рабу своему исполнит раб твой. Мефифосфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мефифосфея был малолетний сын по имени Миха. Все живущие в доме Сивы были рабами Мефифосфея. И жил Мефифосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был храм на обе ноги. Аминь. Вторая книга Царств, 9. Здесь мы видим, читаем по поводу милости Давидова. Бог на самом деле был с Давидом и спас его. 40 лет он убежал от Саула и вот имел очень многие неприятности. И тоже не жил совсем хорошей жизнью. Он тоже грешил. Он несколько раз сказал, что я не очень жил так, как нужно. И он все равно чувствовал тут милость Божию. В конце концов, Саул умер, и его семьей пробовали держать власть. И был какой-то гражданский войны вот между Давида, семья Давидова и семья Саула. И в конце концов, Бог дал Давиду победу. А после той победы он сейчас проактивно поискал родственников Саула, кому он мог бы оказать милость. Это не так вообще, как человек делается, что ой, я побеждал, вот, я сейчас на власти. А где те, которые были против меня, я буду им вообще уничтожать. Давид наоборот, где они? Я хочу оказать им милость Божию. И кажется, что он поискал активно этих людей, где есть остаток из семьи от Саулова. Кому я могу оказать милость? Он не делал это просто как политические вот игры. Он это делал от всего сердца. Вот, в третьем стихе сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова, я оказал бы ему милость Божию. И сказал Сива царю, есть Симеон Афона хромой ногами. И для нас то же самое. Откуда у нас мотивация была бы оказать милость Божию кому? Вот только поскольку мы сами понимаем, что я мог бы на тот момент умереть, я вообще грешил, я не тот человек, а Бог мне принял. Бог оказал мне столько милости. Мы не сможем это просто взять и сказать, ну, спасибо, все, дальше буду. Мы как-то хотим как-то более как-то проактивно реагировать к этому. Если на самом деле у меня впереди вечная жизнь, для меня, который совсем обскурантный, маленький человек, который грешник, который не очень как человек, а Бог оказал мне такой милость, я поэтому хочу кому оказать милость Божию. Это вот то, что здесь вот Давид делал. Но он проактивно это делал. Это не так, что он просто подождал до того времени, когда, наверное, я буду встречать с кем-то, я буду, ну ладно, дать им немножко. Нет, он более проактивно. И это вот образец для нас. Более проактивно поискать, кому, как я могу кое-что доброго делать, кому. И мы все имеем такую возможность, по крайней мере, кому дать прощение. Кто я могу простить? Ой, у нас все есть цели куча. Вот, людей, которым нам придется простить. И вот Давид это делал, к этому человеку. Я считаю, что Давид в этом отношении является прообразом Иисуса. И тот сын Йонафана, хромой ногами, тот Мефифосфей, он был совсем хромой ногами. Кажется, он не мог вообще ходить. Оба ногами. Вот он был либо без или без использования этих ногам.
И они его приглашали. Давид сказал, где он? Написано, Давид в 5 стихе взял его из дома Махира, из Лотивара. Но на еврейском значит нет или нету. Лотивара, где нету урожая, нету урожая. Не был там урожай, нету там урожая. И это находится в пустыне. Значит, он жил в каком-то совсем глухое, обскурантное место. Вот, вроде где урожая нету, наверное, дожди нету, пустыни. То есть, тот человек хромой ногами, не умел ходить, жил как-то в каком-то доме, вот, очень далеко. И Давид ему поискал, приглашал его к нему в Иерусалиме. Это так, как и мой тоже, так, как тот человек. И написано в 6 стихе, и пришел Мемфисбосвей, сын Елофана, сына Саулова, к Давиду. И пал на лицо свое, и поклонился, он хромой, ногами, оба ногами. И это так, как называется библейское телевидение. Это так написано, и мы сможем это представить, как было бы. Человек, наверное, совсем без ног, и, по крайней мере, хромой, оба ногами. Пришел и пал на лицо свое, и поклонился. И сказал Давиду, вот раб твой. Он внук Саула. Он думал бы, ой, Давид вроде меня приглашал сюда, чтобы меня вообще убить. И это как-то трагично, вот, что человек не умел ходить, вот, и пал на лицо свое, поклонился перед Давидом. И сказал ему Давид в 7 стихе, не бойся, не бойся. Я окажу тебе милость ради отца твоего и возвращу тебе все поле Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. Он оказал милость в том, что он сказал, ты будешь постоянно кушать хлеб, и есть хлеб за моим столом. Это 3 раза. Он повторил здесь, в 7 стихе, а дальше в 11 стихе и 13. И жил Мемфисбосвей в Иерусалиме и ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги, 13 стихе. Наверное, так как раньше был в Европе, даже в Советском Союзе, по крайней мере, ну, раньше вообще в Европе. И до сих пор, допустим, в Африке. Если человек инвалид, допустим, хром на обе ноги, то было такое понятие, что надо ему как-то скрывать. Вот. Сейчас, ну, слава Богу, общество стало немножко, ну, побольше открыто, что если человек слепой, если он без ног, ну, все равно ходит как-то на коляску или как-то бесстыдно, мы как-то привыкли. А раньше было такое понятие, что надо этих людей как-то сбивать на пансионате, и чтобы они вообще не видно перед обществом. И до сих пор это так и есть, допустим. В Африке, в Среднем Востоке, ну, особо в Африке, я знаю, что если какой-то сын или дочь, есть, допустим, вот хром на обе ноги или слепой, ну, ладно, они, ты посещаешь семьей, а тот ребенок, ну, ты не видишь. Они как-то, ему как-то спрятаться в каком-то комнате, как-то стыдно. Вот, и это... Похоже, вот, он жил в каком-то далеком местности, вот, в каком-то доме. И Давид его приглашал жить с ним в Иерусалиме. И ел он всегда, каждый день, за царским столом. Это знак, вот, милости Давидова к этому человеку. Я сказал, что Давид является прообразом Иисусом. Когда? Он приглашает нам кушать с ним во время преломления хлеба. Это не меньше. Это одно и то же. Это специальный знак его милости. Когда мы сидим на престоле, на трапезе Господне, это похоже, что мы так, как тот человек, который был хром на обе ноги, что мы на царском столе,
вот, сидим и кушаем с царем. Потому что где двое или трое собрались, вот Иисус присутствует посередине нас. И это значит, что когда мы, допустим, завтра совещаем преломление хлеба, это значит, что Иисус на самом деле присутствует здесь с нами, что мы сидим на трапезе Господне. Мы с Ним. И кто мы? Мы вот такие людей, так как Он, так как тот Мемфисфей. Хром на обе ноги, обскурант, жил вообще в селе где-то, даже не в селе, дом где-то в пустыне, без ног. И Давид оказал специальный интерес на этом человеке. И так и есть, что Бог почему-то оказал и тоже специальный интерес к нам. И Давид это показал и в 8 стихе. «И поклонился Мемфисфей и сказал, что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» Он чувствовал себя как собаку. Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? Интересно, что Давид использовал эти же слова, когда Бог явился к нему, седьмую главу, и дал ему обетование Давиду о том, что он будет жить вечно, и один из его потомки, то есть Иисусу, будет царствовать вечно, и что он будет воскреснуться, то есть Давид будет воскреснуться и будет жить вечно. Я читаю из 7 главы, 18. «И пошел царь Давид, и предстал пред лицом Господа, и сказал, кто я, Господи, и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой». То он и тоже обратился к Богу, так как ты Господь, и я лишь раб. Кто я? Вот. И тот ощущение, кто я? Кто я, Господи? И что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? Это именно такие чувства, которые были у этого Мемфисфея. Вот. Что такое дом мой? Ну, я из дома Саула. Вот. Что ты меня так возвеличил? Кто я, Господи? Так как Мемфисфей и тоже сказал Давиду, кто я? Вот. Вообще, кто я? И значит, что Давид так чувствовал, что вот я получил такую милость от Бога, я буду это своим очередом оказать другого человеку, который не мог бы дать мне какой-то награды из-за этого. И это значение, по-моему, вот, милости. Что Бог нам кое-что дал. Это благодать. Это благодать. Значит, Бог дал нам без в этом отношении ожидания, какой-то ответ, какой-то прибыл от нас. И так как Давид тоже оказал милость Божию другими, нам придется так же делать. Я считаю, ой, если я буду как-то покупать ему подарок, то он будет мне кое-что лучше тоже покупать. Вот. Если я буду тот человеку, ну, как-то помогать во время его нужды, я убежден, что он будет мне тоже в своем очереди помочь когда-нибудь. Нет, это не милость, это не благодать, так как Америка помогает кавычками какой-то стране. А почему? Потому что они хотят нефть оттуда, они хотят какой-то прибыль для себя от этого. Не просто так. Почему все, каждую сторону бросают денег, помощь сюда, в Латвию? Из-за любви, из-за милости Божией? Да нет. Потому что у них все есть своих интересов здесь, почему-то. Вот. А милость Божия не так, что он кое-что делает в ожидании, кое-что, какой-то прибыль. Нет. Он просто так оказал такой интерес в человеке. И нам придется то же самое делать. Вот. Не считая, что ну, я буду тогда помогать, чтобы кое-что хорошего для меня когда-нибудь будет. Нет.
Вот. Поэтому написано, что Давид оказал милость Божью. Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божью. Милость Божью. На политическом плане это глупость. Оказать, вот, милость оказать, помощь тем, которые, наверное, будут, ну, врагов против тебя, тех, которые воевали против тебя. Ну, надо вообще уничтожать весь семьей. Ладно, Саул воевал против Давида, и дом Саулова и тоже воевали против Давида. А вот тот внук Саулова, ну, они считали бы, ну ладно, надо ему и тоже ликвидировать. Ну ладно, он ром на обе ноги, но все равно лучше всего ему вообще ликвидировать. Нет, Давид так не думал. И в конце концов, Бог благословил Давида для этого. И он делал все наоборот. В 9 стихе и призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему, все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Итак, он не просто взял все то, что принадлежало Саулу. Он победил против Саула. Это нормально, если он взял бы все его имущества и так далее. Он это сказал, ну хорошо, это я отдаю этому Мемфибосвей, который был хром на обе ноги, который жил вообще обскурантной жизнью. И так Иисус и тоже так и делает с нами. Когда он придет, последний будет первый, и первым первый будет последним. Так и будет. И его ценности совсем радикально 180 уровней, наоборот, вот, чем то, что людей вообще считают как успех, как шикарность. Нет. Тех, которые были в этом жизни, такие обскурантные, так как это Мемфибосвей, вот он будет делать совсем по-другому. И нам надо это понять. Тех, которые считают, что успех это только в этом жизни, у них, конечно, такого понятия нету абсолютно. Вот. А мы живем не для сегодня, а для завтра, когда Иисус придет и судный день будет. Итак, как обычно, я ободраю всех тех, которые пока не приняли крещение. Обратите ко мне. Вот. Сразу после вот обеда мы сможем вас покрестить. Не стесняйтесь. Давайте тогда помолимся. Отче, слава Тебе за все то, что Ты дашь. Спасибо Тебе за тот пример милости, который мы видели там, в Давиде. Пусть, Отче, Ты дашь нам возможность оказать милость Божию кому? Знаю, Отче, что Ты дал нам столько. И в этом контексте мы хотим Тебе поблагодарить за ту еду, которую Ты дал нам. Опять чисти по благодати Твоего. Спасибо Тебе, Отче, во имя Иисуса. Аминь. Thank you.